Что мы делаем? Ну, здравствуйте, работодатели! Да-да-да. Да-да-да, мы же по другой причине сюда приехали, правильно? Да. Начинаем! Дамы и господа, мы кыргызы не такие, как все. Мы самые великие, мы самые мощные, мы самые неповторимые. Брат, закрой, пожалуйста. Не, выйди вот сюда, говори. Брат, просто внешность не позволяет такие пафосные вещи говорить. Ладно, сам скажу. Сборная Тамашова, Кыргызстан, давайте знакомиться! Ну что ж, друзья, давайте знакомиться. У нас в Кыргызстане даже любовь не такая, как везде. Итак, представьте общественный парк «Влюбленная парочка». Вот молодежь пошла, ни стыда, ни совести в общественном-то месте. Ай, Никитишна, не завидуй мне. Старая дура, 80 ты лет уже. Друзья, согласитесь, что следующее поколение не похоже на нас. Итак, Иссык-Куль, пляж и очень-очень избалованный мальчик. Пункт приема донорской крови. Так, следующий. Опять вы уже седьмой раз за день приходите. Осторожно. Что вам нужно, понимаете? Столько крови нельзя сдавать. Что вы мне деньги суете? Пожалуйста, последние 200 грамм верните, до дома дойти не могу. О, боже мой, пойдете. Дорогие друзья, давайте посмотрим, как танцует наша бишкекская молодежь. I'm sexy and I know it. И давайте посмотрим, как танцует наше старшее поколение. Где-то в очень-очень криминальном районе. Да нет, братишка, ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? А? Пацаны, он где-то здесь был. Блин, ушел. Ну и в конце, знаете, мы кыргызы очень-очень отзывчивый народ. И если вам когда-нибудь понадобится, мы всегда придем к вам на помощь в трудную минуту. Может быть, трудный час? Не-не-не, час это много. В трудную минуту. Сборная Тамашова, Кыргызстан. Спасибо!